Наш эфир продолжает программа «Час» Ивана Денисова. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну, наконец-то мы снова вместе. Да, отгремели праздники, а отгремел самый большой праздник в нашей стране. Ну, не для всех, как выяснилось. Не для всех. День независимости, и мы вновь встречаемся в нашем эфире. Мы запланировали поговорить о результатах работы Верховного суда, но тут произошел ряд событий, о которых вы хотели упомянуть. Да, совершенно верно. Во-первых, у нас сегодня передача будет так или иначе под знаком двух праздников, оба июльские. 1-4 июля, который, не устаю повторять, этот праздник для всех нас, конечно же, потому что это праздник с идеей западной цивилизации, доведенных, ну, насколько это возможно, до совершенства, которые были воплощены в американской системе, увы, подвергающиеся атакам и изнутри не менее опасным, чем снаружи. Поэтому еще раз вас поздравляю, как бы то ни было, а праздник, который всегда с нами, не только 4 июля. Но вот так получилось, что, как все мы с вами увидели, я не просто так упомянул про атаки изнутри, что 4 июля и американские флаги, это смущает, а то и просто вызывает ненависть не только у людей, скажем, в Иране, да и то не у всех, у аятолл и прочих в Кремле и так далее, но и у американских, собственно говоря, левых, всех цветов кожи, но одинаково с отсутствующими мозговыми клетками, даже несмотря на университетские степени, которые рассказывали, как это плохо и ужасно, и праздник не такой, и флаги российские, и вообще капитализм, и все такое прочее. Очень, как бы это сказать, юмористическая ситуация заключается в том, что почти сразу же, как закончилось празднование 4 июля, для тех, кто его празднует, случились беспорядки, ну не беспорядки, я их назову даже волнениями или протестами, на Кубе. И хотя я здесь воздержусь пока от каких-то оптимистических заявлений, мы с вами, увы, видели много такого за последние годы, и Венесуэла, и Иран, когда в самом сердце тоталитаризма вдруг появляются какие-то протесты, и они, к сожалению, захлебываются. То же самое мы видим с вами и здесь. Сколько продлятся еще волнения, я не знаю. Но с другой стороны, сам тот факт, что кубинцам осточертел коммунизм, и то, что я лично, ну, за свою сознательную жизнь точно ничего такого не помню, чтобы подобные волнения были, это показатель того, что ведь пока западные страны, которые должны защищать цивилизацию, от нее отворачиваются. Страны, которые те самые идеи, которые так любят левые и либералы в западных странах, они как раз к этим идеям и стремятся. Потому что, заметьте, латиноамериканцы, ну а кто еще, жители Кубы, какие флаги они разворачивают на улицах? Американские, естественно. Потому что для них американский флаг – это не подавление, не расизм, как для идиотов, в том числе, увы, с американским гражданством. А для них это свобода. Та самая свобода, которой они лишились, которую у них отобрали коммунисты, и которую они хотят себе вернуть. Но я вот посмотрю, конечно, как будут вертеться теперь американские левые, потому что жиртрест Майкл Мур, не хочу обидеть людей с избыточным весом, нас, помните, уверял, что на Кубе там замечательная система здравоохранения, хотя ему они не помогли точно, помогли только Чавесу умереть, так что, может, что-то в его словах есть. А вот, ну а среди прочих, насколько я знаю, причин волнения – это как раз работа кубинской медицины. Ну и то, что, повторяю, на Кубе рай коммунистические, его хотят уничтожить, свергнуть, а Америку видят страной свободы. Ну вот интересно, Байден там какие-то общие слова высказал,
Но в целом, конечно, кубинцы поставили американскую леватню, и не только американскую, западную леватню, в хорошее положение. Посмотрим, как они будут выворачиваться. И второй комментарий, прежде чем перейти уже к Верховному суду, это то, что, как я вижу, появились новые рекомендации, как его назвать, этого санитарного совета, да, так его назову, о том, что в школах ученики и учителя, которые сделали прививку, маски могут не носить, а остальные могут носить, что вообще-то очень, как все, что связано с ковидом, я пока ни одной идеи разумной вообще не вижу за эти полтора года. Но зачем пытаться один идиотизм закрывать другим, я не понимаю. Потому что, во-первых, это прививка – это личное дело каждого, по моему убеждению. Хочешь – иди, хочешь – не иди. Если уж там, ладно, заставляют учителей, то другой вопрос. Но все равно, зачем вот это вот новый повод раскалывать людей? Посмотрите, вот тут у нас привиты, тут у нас не привиты. Прям сегрегация новой категории. Как за всем этим следить, опять же? Кто-то должен постоянно проверять, в маске или не в маске. Кто-то должен требовать у учеников без маски удостоверения о вакцинации. Ну, что это такое? Это контроль, хуже которого быть не может. Поэтому я полагаю, что вот мы много чего можем с вами плохого говорить о происходящем сегодня, во всем мире, кстати говоря. Но вот этот ковид-фашизм, уж избитое слово, давайте назову его ковид-контроль и ковид-тоталитаризм, это, конечно, явление, которое не знает границ, не знает вообще ничего, и сметает и подминает под себя все, это, конечно, угроза. Ну, ладно, теперь все-таки к суду вернемся. Благодарю Полину Волкову за помощь в подготовке выпуска. И, к сожалению, правление Трампа, как мы сейчас видим, все-таки не принесло нам ожидаемого успеха в Верховном суде. И вместо 6-3, как нам бы того хотелось, мы получили расклад 3-3-3. Где три – это либералы, понятно, Сотомайор, Брайер и Каган. Три – это консерваторы, Томас, Алита, ну и все-таки Горсач. Тут, пожалуй, первое назначение, оно, видно, осталось лучшим. И три – это такое вот, получается, ни рыба, ни мясо. Робертс, ну, с ним давно все понятно. И вот, увы, Кавано и Барретт на данный момент. Это не означает, что вот все эти трое, они сплошь поддерживают либералов, но то, что они идут недостаточно далеко в защите Конституции, и то, что на них довольно сложно положиться, если речь будет идти, скажем, ну, прежде всего, в вопросах второй поправки, у меня такие подозрения есть. Что касается, завершая, вот всегда июнь, конец июня, начало июля, целый ряд важных решений, я бы выделил три. Про одно я даже вам собирался рассказывать еще две недели назад, но вот пауза затянулась, поэтому расскажу сегодня. Оно заключается в том, что значит, в одной школе, не буду ее название приводить, старшеклассница, ее не попала в отряд cheerleaders, написала в соцсети, как она все, где она всех видела, последними словами всех обругала. И этот самый ее пост, он появился, дошел до дирекции школы, хотя она его уже вроде как стерла. И ее из команды cheerleaders убрали вообще. Дело дошло до суда, естественно, что наказание не соответствует нарушению. Дошло до Верховного суда. И решением 8-1 девушку поддержали, что ничего страшного она не совершила, и что ругаться в адрес школы за пределами школы, в принципе, можно, первая поправка работы. А кто же этот один? Один судья Томас. И вот тут я с ним абсолютно согласен, потому что его логика и историческая, и его логика как человека, который знает, что для такой школьная дисциплина, так как не будем акцентироваться на расе, но ничего не поделаешь, ослабление школьной дисциплины для черных учеников, сами знаете, к чему приводит, для белых на самом деле то же самое.
Потому что, как объясняет нам судья Томас, если мы посмотрим на то, как трактуется первая поправка и 14-я поправка, подразумевающая равную защиту, на момент своего ратификации, потому что судья Томас, как положено оригиналисту, исходит из изначального значения, то мы увидим с вами, что у школы было право брать на себя функции родителей и, соответственно, следить за поведением детей не только на территории школы, но и за ее пределами, если поведение за пределами школы, оно так или иначе наносит ущерб репутации школы и всему, что с этим связано. То есть, если мы с вами исходим из классического толкования вот этих вот двух поправок, на которые судья Томас опирается, то и учитывая тоже важный момент на сегодня, а именно, что когда вы что-то пишете в соцсетях, то это становится сразу же достоянием общественности, и говорить, что это произошло вне рамок, вне границ какого-то учреждения, уже невозможно, потому что получается, что вот эти реплики, эти посты, они все возвращаются так или иначе. Но, в общем, так выходит, что по всем классическим традициям толкования Конституции и поправок, увы, но дирекция школы была права. И я бы здесь добавил еще от себя, если кто-то считает, что это слишком сурово, что это слишком жестоко и что это чрезмерный контроль, увы, нет, это немного не так работает, потому что, понимаете, школа, можно много чего плохого говорить о школах современных, об учителях и профсоюзах, но, тем не менее, если отвлечься от эмоций, то школа так или иначе должна заниматься тем, что защищает свою репутацию, если есть из-за чего, конечно же, и репутацию своих учителей. В данном случае, прямо скажем, отстранение из команды болельщиц, но это не идеологическое, не сексуальное и не какое-то там серьезное нарушение, которое бы эта девушка нанесло бы ей тяжелый ущерб. Еще раз говорю, до нее никто не домогался, ей никто не заставлял там подписывать какие-то обязательства, ее не исключали из школы. То есть, в принципе, говорить о том, что что-то произошло ужасное и сверхъестественное, нет. А вот то, что дисциплина вне действительно границ школы, она может ударить, особенно с развитием современных технологий по школе, это безусловно. То есть я вам приведу самый простой пример, что, например, представьте себе, учитель вполне себе достойный, вообще политичный, не имеет там или учительница, если кому так проще, хорошая репутация, там долгие годы нормальной работы, но найдется кто-нибудь один обязательно, или одна, давайте уж один по-русски, да, у нас всегда начальная форма, мужской род, единственное число, которые про это самое учитель, про этого учителя, учительницу напишут какую-то гадость в соцсетях, и это сразу разойдется. И поверьте мне, сегодняшние наши условия таковы, что 10, 20, 30 лет удачной, успешной работы, огромное количество учеников благодарных, коллеги и все такое, перед одним постом в соцсети они могут быть абсолютно бессильны. И уничтожить репутацию человека, если не уничтожить, то нанести очень сильный ущерб. И школе глупость, написанная в соцсетях на каком-то там, и даже не по злобе, а из-за того, что просто, ну, обычный подростковый выброс эмоций, это может закончиться довольно-таки плохо. Поэтому могут подростки выбрасывать эмоции? Да, могут. Но может ли их за это школа наказывать? По моему убеждению, может. И судья Томас здесь абсолютно прав. Так что хоть он и остался здесь в одиночестве, и его голос единственный, но я полагаю, можете почитать все, опять же, все эти заключения, они выложены. Я полагаю, что его заключение здесь было самое разумное. Ну и если отвлечься вот от этого школьного дела, связанного с дисциплиной, и посмотреть на два других заключения, то, которые вызвали одобрение консерваторов и некоторый оптимизм, пусть осторожный, нам, пожалуй, внушат, что там будет дальше с судом, то, во-первых, это дело Фултон против Филадельфии,
где, я напомню, агентство, занимающееся оформлением усыновления, опеки и так далее, отказывалось по причине своих религиозных убеждений сотрудничать с однополыми парами, из-за чего город отказался сотрудничать с агентством, в свою очередь, и снабжать его какими-то грантами и так далее. И судьи, к счастью, встали на сторону агентства. Тем более, как, насколько я понял, никто в Филадельфии, однополые семьи, ну, не особенно и стремились, на самом деле, в это агентство обращаться. Но, как бы то ни было, суд счел, что, да, здесь действительно интересы соблюдены. Я уже немного об этом деле говорил, но к нему еще раз вернусь. Соблюдены, не соблюдены были права и не была защищена религиозная свобода. Так что здесь мы видим, что суд был прав. Другое дело, тоже я это озвучивал, но еще раз напомню, есть такая версия, что изначально должно было быть решение 5 к 4, и оно было куда более радикальным, и мнение Алита должно было быть мнением большинства вообще, и там бы довольно сильно освобождались граждане и их религиозная свобода в целом. Но вот в результате Робертс какие-то там манипуляции внутри суда устроил, поэтому 9-0, но решение вышло такое более смягченное, что все свелось к одному единственному делу. И другое, о чем я вам, насколько помню, еще не рассказывал, но очень важное заключение Верховного суда, это Брнович против демократического Совета Демпартии, дело про Аризону, и там речь идет о том, что, наверное, нас в ближайшие года полтора, а то и больше, будет очень сильно занимать и привлекать, а именно то, что ужесточение системы выборов в Штатах. Потому что решением суда Верховного два момента, которые приняты в Аризоне, были поддержаны, а именно, что какие-то присланные извне бюллетени не будут особенно рассматриваться, и что будут рассматриваться только бюллетени, которые заверенным лицом вносятся и доставляются на место голосования. Но вот демократы почему-то считали, что это неправильно. Тем не менее, то, что Верховный суд подтвердил, что штаты имеют право ужесточать свою систему выборов, это хороший показатель, потому что мы с вами видим, что на носу иск в Джорджии, где Министерство юстиции пытается протолкнуть заведомо антиконституционный иск, потому что решение 2013 года, оно, в общем и целом, отменило необходимость штатов советоваться с центром федеральным по каким-то поправкам в своем законодательстве, связанном с выборами. А теперь Министерство юстиции хочет Джорджию именно на этом основании привлечь. Скорее всего, такие же иски последуют и дальше, возможно, в Техасе, возможно, во Флориде. Ну и то, что перед своим закрытием все-таки суд встал на сторону Аризоны и показал, что вот этот самый ballot harvesting, они, в общем-то, будут пресекаться, это, повторяю, ну, внушает нам определенный оптимизм. Посмотрим, что будет дальше. Трамп вот тут, да, на днях сказал, что судьи нас не радуют, потому что они, над ними висит угроза расширение Верховного суда. Ну да, в общем, определенная правота в словах президента есть, конечно же. Но, тем не менее, два месяца у нас имеется. Судья Брайер, я ни с какой стороны не его поклонник, но заметьте, он в отставку не собирается. И, значит, при всей своей проблемности, но на его место заведомого левака пока мы не получим. И да, редкий случай, когда, наверное, стоит пожелать ему здоровья, хотя, повторяюсь, я ни с какой стороны не его поклонник. Томас, я надеюсь, тоже пока остается. Демократы, даже уже нет разговоров о его отставке, это радует. Алита, да, Горсач по-разному, но пока в порядке. Ну и давайте тоже будем надеяться, что эта троица колеблющихся, она все-таки
будет делать то, чего мы от нее ждем. Потому что суды на местах тоже активно действуют, ряд действий Байдена пресекают, хотя ряд, к сожалению, действий губернаторов республиканских тоже. Вон во Флориде, насколько я помню, тормознули закон ДеСантиса, как раз нацеленный на соцсети. Опять ту же первую поправку там судья упомянул. Но посмотрим. Иск Трампа у нас теперь, видите, появился против соцсетей. Как далеко он пойдет и окажется ли в конце концов в Верховном суде, неизвестно. Но, в принципе, суды, они, я всегда о них говорю и думаю, и через два месяца буду говорить, так как только начнется работа Верховного суда, он опять будет в центре внимания. Ну, а этот сезон, так его назовем, может, нас и не особенно порадовал, особенно, конечно же, в вопросе рассмотрения жалоб на манипуляции с выборами. Но конец некоторый такой осторожный оптимизм нам внушил. Ну вот, я, кстати, опять не удержусь от удовольствия напомнить, что как раз вот 30 лет назад было номинировано, да, судья Томас на должность, за которую мы его все благодарим. Так что пусть суд станет судом Томаса в следующем году, я имею в виду в своем сезоне. Здесь умолкаю, и если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам слово. Я напомню, телефон в студии 847-400-5200. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, звоните. Мне тоже интересно вот это групповое исковое заявление, класс акт, так называемый, от Трампа. Скорее всего, он дойдет до Верховного суда, потому что, ну, низовые, не нижние инстанции, наверное, будут принимать различные решения. А кто-то будет ссылаться на то, что соцсети не являются агентом правительства, поэтому, так сказать, на них не распространяется первая поправка Конституции. А возможно, где-то в апелляционном суде в каком-то, теоретически я допускаю, что примут другую сторону, но тогда противная сторона будет двигать дело в Верховный суд. А вот как решит Верховный суд, это интересно, поскольку уверенности никакой нет в принятии того или иного решения. Как обернется, никто не знает. А что касается ковида, да, у нас тут как-то так... Я все-таки не могу понять. Вернее, я-то понимаю, что это, скорее всего, не забота правительства, а здоровье населения, а тут какие-то другие интересы, может быть, чисто меркантильные. Скажем, Big Pharma получает миллиарды от этого мероприятия, поэтому правительство толкает вакцинацию. А с другой стороны... Не может это быть. Вот появляются материалы о соответствии вот этого чуть ли не насильственного принуждения к вакцинации, насколько они не соответствуют кодам Нюрнбергского процесса. То есть в соответствии с этими кодами человек должен дать согласие на то, чтобы его использовали в качестве подопытного, поскольку вакцина еще не является утвержденной вакциной. Это экспериментальная вакцина, они не скрывают этого. Это вакцина экспериментального. И особенно в той части, когда в некоторых штатах пытаются сделать вакцинацию детей, да еще и обязательной. Вот это у меня просто вызывает гнев. То есть я не выступаю против вакцины. Я полагаю, что каждый человек вправе принимать свое собственное решение, вакцинироваться или не вакцинироваться, так же, как от гриппа. Кто-то вакцинируется, кто-то нет. Несмотря на то, что грипп уносит там десятки тысяч жизней ежегодно. Кто-то принимает, кто-то не принимает. Я думаю, что и с этой вакциной должно быть точно так же. И у нас есть звонок. Давайте попробуем принять. Не дождались.
Ничего, тогда в следующем, после рекламы, давайте так, давайте мы сейчас сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся, продолжим. Телефон в студии 847-400-5200, если будут вопросы, звоните, но сразу после рекламы. Возвращаемся в программу «Час Ивана Денисова». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Если будут вопросы, пожалуйста, звоните, задавайте. И вот в продолжение темы, если правительство заботится о здоровье нации, в США до 30 миллионов человек болеют сахарным диабетом. Почему-то правительство не хочет выделить деньги для того, чтобы обеспечить, скажем, инсулином. А стоит при Трампе там... Цену на инсулин сбили, насколько я понимаю, при Байдене это отменили. Инсулин стоит колоссальных денег. Опять выигрывают фармацевтические компании, а люди страдают. Около 4 миллионов человек ежегодно умирают. Это были цифры еще, по-моему, 5-летней давности или почти 5-летней давности. А число заболевших диабетом продолжает расти. Кстати, в США диабет занимает 7-е место по смертности. Так что, если правительство заботится, могли бы позаботиться о миллионах этих людей. Нет, правительство хочет, чтобы как можно больше людей получили вакцину. И еще раз говорю, я не против вакцины. Если человек дает согласие и на здоровье, и хорошо, и он себя нормально чувствует, иногда звонят радиослушатели, приводят примеры, что вот... Там друг моего сына, относительно молодой, здоровый парень, заболел ковидом и, так сказать, и умер. Вот, не вакцинировался. А есть другие случаи. У меня один мой хороший знакомый умер до того, еще вакцины не было от ковида. Правда, у него там сопутствующих было очень достаточно серьезных проблем. А другой умер после того, как получил вторую порцию вакцины, и таких случаев тоже предостаточно. Поэтому я считаю, каждый решает для себя сам, так же, как любое лекарство, которое мы принимаем. А лекарство лечит одно и имеет сайд-эффекты, тоже влияет на организм. То есть это такой взвешенный подход, или риски оправданы для того, чтобы принимать то или иное лекарство. Но так или иначе, это должен быть выбор между врачом и пациентом, и пациент должен принять решение, принимать ему это или не принимать. Но никак не чиновник, который сидит там и в каких-то, исходя из каких-то собственных интересов, вдруг заставляет всех принимать или не принимать. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Извините, я не могу дозвониться в ваш офис. Я вам не помешала сейчас на этот телефон? Ну, вы прям в прямом эфире. Ой, ну, извините, ради бога. Ваш телефон офиса тоже, но там все время короткие гудки. Мне очень нужно дозвониться. Извините, другого нет у вас телефона, да? Нет, один телефон. 480-00-23. Попробуйте. Да, попробую. Спасибо, извините. Пожалуйста. Всего доброго. Вот примерно так. Ну, давайте продолжим. Да, а теперь второй праздник, про который хотел вам рассказать. 12 июля. У нас в этом году, я вам обещал, что каждый месяц рассказы про Северную Ирландию. Ну и вот так еще получилось, что по совпадению еще и у нас два эфира попадают на два главных североирландских праздника. 3 мая, помните, день столетия, а сегодня это вот 12 июля, годовщина битвы на реке Боин. Ну и в целом праздник ольстерских консервативных лоялистов. Так что давайте немного вспомним, почему этот праздник появился и почему нам стоит его, ну не 4 июля, но относиться к нему с уважением. А я напомню вам, что в 17 веке, когда было много всяких придворных интриг и так далее, правящие партии в Британии были очень озабочены тем, что король Яков II своими католическими связями может сильно подорвать независимость Британии от Европы. Заметьте, похоже на то, что происходит сегодня, только замените католицизм, там, я не знаю, на глобализм или на Евросоюз, и вы поймете, почему были недовольны деятели партии.
И тогда они пригласили на царство довольно-таки авторитетного, по их мнению, голландского протестантского лидера Вильгельма, или, если угодно, Вильяма III, который прибыл на территорию Британских островов, но встретился, естественно, с сопротивлением. И так вышло, что центром этого сопротивления стала Ирландия, тогда еще единая. И в основном вот некоторые события весьма бурные разворачивались как раз на севере Ирландии, где к тому времени уже обретались вот те самые шотландские ирландцы или ольстерские шотландцы, или та уникальная совершенно группа людей, про которую я люблю говорить. Яков II, он в Ирландии обосновался. У него была сильная поддержка с континента от ряда там католических держав, и многие местные ирландские лидеры, политики его так или иначе поддерживали. В частности, вот вроде бы ему должны были торжественно сдать город Дерри, или Лондон-Дерри, если угодно. Но так вышло, что в последний момент подмастерье Дерри, это уже стало в Северной Ирландии таким летучим выражением, они двери, ворота заперли. Губернатор Ирландии его назвали предателем, который должен готов был сдать этот город. А осада Дерри продолжалась несколько месяцев, когда осажденные ольстерцы отбивались от армии Якова II, когда они умирали с голода, поедали всех, кого только угодно, но на все призывы сдаться отвечали кличем, который остается кличем ольстерцев по сей день. No surrender. Да, понятно, не сдаемся. В конце концов, пробившиеся корабли английской, пришедшие на помощь британцев, они осаду сняли, но вот то, что происходило эти несколько месяцев в Дерри, когда ольстерцы не сдавались, отбивались, устраивали вылазки отдельные и показывали всем, что ольстерцев так просто не возьмешь, это, конечно же, вошло в общественное сознание Ольстера, ну, на, уж не знаю, на подкорке, на чем угодно. Осознание того, что надо драться до последнего и сдаваться нельзя, оно восходит вот к тому, что происходило в 1689 году. Тем временем боевые действия продолжались, и в конце концов прибыл на территорию Ирландии сам Вильгельм. И когда он прибывал, то и корабли его приставали ночью, то, чтобы им было удобнее сориентироваться, протестанты, лоялисты, они жгли костры, на это внимание обратите, это важно. Костры эти должны были быть высокими, чтобы их было видно издали. И оказали они помощь или нет Вильгельму, мы не знаем, но то, что будем считать, что оказали. Вильгельм сразу же очаровал ольстерцев, потому что он понимал, что, как важна для него его поддержка. И, наверное, тут была не только политика, а действительно он к этим суровым ребятам и красивым женщинам проникся симпатией. В общем, у них взаимодействие было полное. Короля Вильгельма очень любят. Король Вильгельм всегда отзывался о жителях Ольстера исключительно с восторгом. И в такой обстановке он просто обязан был победить. Что, собственно, и случилось. 1 июля по старому стилю, битва на реке Бойн, победа, может, не полная, но победа короля Вильгельма. Ну и после нее уже последовавшие события так или иначе привели к тому, что власть его укрепилась. И в Ольстере он стал тем человеком, который спас севера, то есть Ольстер как раз, от врагов. Хотя и сами ольстерцы себя показали с лучшей стороны. Заметим, что Ольстер, как всегда, в своей истории был на стороне правильной. Потому что если мы посмотрим с вами на то, что сделал Вильгельм, хоть и был приглашенным королем, но он заложил во многом основу для тех взглядов, которые потом так или иначе привели к американской революции. Потому что при нем был принят Билль о правах, это 1689 год. При нем, в общем-то, абсолютная власть была, так скажем, сильно
размыто в сторону неких гражданских, ну не неких, а вообще гражданских свобод, и был взят курс, ну вот, на то, что в конце концов достигло своего пика уже 4 июля. Кстати, я напомню, что декларацию, ну да, ее автором был Джефферсон, но писал ее рукописный вариант, тоже принадлежал Ольстерцу, и печаталась она ольстерцами, и оглашена была тоже ольстерцами. Но я имею в виду, конечно, выходцами из Ольстера, которые жили в Америке. Поэтому тоже связь, заметьте, очень своеобразная. Ну и к тому же Вильгельм, уже находясь на праве Британии, он еще и, как считается, открыл моду на политическую сатиру, так как он, во-первых, ее не преследовал, а во-вторых, ну, использовал ее даже в своих целях. Ну, против того же Якова II, например. Так что, повторюсь, здесь Ольстер сделал свою ставку на кого надо, и то, что Вильгельм победил, это и для Северной Ирландии, ну, тогда еще для Ирландии, и для всей Британии было только плюсом. Ну вот, происходило, время шло, многие выходцы из Ольстер, правда, были вынуждены уехать как раз в Америку, потому что они там оказались, в основном это пресвитерианцы были, они оказались между католиками и англиканцами, и считаю, что в общем и целом Вильгельм-то, конечно, хороший, но те, кто сменил его, они как бы должного уважения и должной благодарности не демонстрировали к жителям, к выходцам из Ольстера, тогда к жителям Ольстера, конечно же, то многие отправились в Америку, где, повторяю, можете найти наш январский выпуск, я там подробно про это рассказывал, сыграли очень важную роль и в революции, и в том, что в истории Америки вообще, да и, как говорил Джордж Вашингтон, кто мне нужен для победы, это шотландские ирландцы. Ну, шотландские ирландцы — это как раз выходцы вот оттуда. Ну, а те, кто остался, они, тем не менее, традиции Дерри и традиции битвы на реке Боин сохраняли, и когда в 1795 году, во многом, чтобы противостоять движению так называемых объединенных ирландцев, которые были в ряде случаев достаточно агрессивно нацелены, настроены против англичан и даже искали союзов опять с европейскими державами, то вот оранжевый орден, он был нацелен прежде всего на то, чтобы сохранить вот традицию короля Вильгельма, и чтобы культура ольстерских шотландцев, она сохранялась, она поддерживалась. И со временем вот эти вот парады 12 июля, они стали необходимой частью ольстерской культуры. И не только, кстати, в Ольстере, в Шотландии это празднуется, в Канаде, кстати говоря, немного в Австралии, но, конечно, центром в Америке, мне хочется верить, но в Америке, как я вам помню, рассказывал в прошлой передаче, увы, ирландское лобби посильнее ольстерско-шотландского. Но как бы то ни было, празднование проходит. Оранжевый орден, его тоже любят демонизировать, что всем нам хорошо знакомо. Но вообще организация сделала очень много для помощи людям, у которых без правительства, заметьте, людям, которые нуждаются, людям, у которых больным и так далее. И действительно, оранжевый орден — это те, кто без правительственной помощи оказывают огромную работу, производят огромную работу и по сей день, кстати. В прошлом году, когда люди были заперты по домам, я вот слежу, вы знаете, за тем, что происходит в Северной Ирландии, оранжисты сделали очень много для того, чтобы помочь старым, пожилым, больным. И опять повторяю, это делалось ими без правительственного вмешательства. Это все абсолютно такая благотворительность. Ну вот, однако, какие элементы парадов 12 июля? Флейты, барабаны и обязательно костры. Да, вот те самые костры, которые должны напоминать всем нам про то, что было 12-го, что было, когда король Вильгельм высаживался, и что привело к той самой битве на реке Боин. И со временем, к сожалению, это все сильно политизировалось, так как жители католических районов, они все чаще и чаще вступали в конфликты, эти парады периодически власти
меняли их маршруты. Ну и, увы, они стали вот частью конфликтов внутри Северной Ирландии, когда уже Северная Ирландия обрела свою независимость. Даже, знаете, есть такой анекдот, я его очень люблю, где мальчик ирландский, из как раз националистов, идет по улице, вдруг натыкается на оранжевую ленту, то есть как раз такую атрибутику оранжевого ордена, надевает ее и встречает папу. Папа говорит, что это такое, как где-то вообще видано, мой сын носит оранжевую символику, быстро иди, выкинь. Ну, мальчик идет к урне, вдруг встречает маму. Мама говорит, как это вообще можно, мы тут гордость нашего района, ирландских националистов, а мой сын носит ленту оранжистов, быстро иди к нам домой, сожги. Идет мальчик домой, у дома встречает бабушку. Бабушка говорит, да что это вообще такое, до чего я дожила, мой сын, мой внук носит оранжевую ленту, быстро иди к реке и утопи ее. Мальчик начинает плакать. Ну, бабушка там все-таки смягчается, говорит, да ладно, ладно, ну что ты плачешь, успокойся. Мальчик говорит, как вы достали меня, чертовы националисты. 10 минут, как я оранжист, вы уже 3 раза поменяли мне маршрут. А, ну, вот такое, да, так вот к этому относятся сами оранжисты, они, конечно же, иронизируют, потому как над ними издеваются иногда. Насчет костров. Пока их воздвигают, их украшают флагами обычно британскими и североирландскими, но вот когда приходит пора эти костры сжигать, а костры, повторяю, они очень высокие, и их в основном делают из таких деревянных подставок, ну, знаете, их используют там каких-то в основном промышленных целях. Иногда шины, но сейчас вроде из-за экологических требований шины реже. В основном вот эти вот деревянные подставки. И там обязательно должны сжигать то, что и лоялисты считают враждебным себе. В том числе и флаги. Угадайте, какие 3 флага сжигают чаще всего? Ну, первый, понятное дело, ирландский, так как они не любят Ирландию. Второй, особенно с недавних пор, это ЕС. А третий это палестинский, потому что, я напомню, лоялисты Северной Ирландии считают своим, даже при своей связи с Америкой, но они считают самым близким себе народом израильский, и таким образом для них вот 12 июля сжечь флаг террористов и врагов Израиля, для них это своего рода долг чести. Что они и делают? Ну, в этом году еще они сжигали ряд флагов каких-то левых организаций, что я считаю тоже показательно. Так что они молодцы. Бывали, конечно же, случаи, когда эти парады их отменяли, или когда эти парады в прошлом году, насколько я помню, отменили из-за ковида, или когда парады были результатом, ну, не то чтобы их отменяли, но использовали для другой цели. Ну, все в Ирландии, в Северной Ирландии помнят 16-й год, то есть, да, конечно же, даже нынешние жители, поверьте мне, североирландцы, ольстерцы, у них знание своей истории уникальное. Многие из нас могут только позавидовать. Такое впечатление, что там вне зависимости от того, рабочий, средний класс, интеллектуал или кто, но вот историю своего провинции они знают на зубок. Так вот, в 16-м году во время битвы на реке Сомме, пожалуй, самые сильные потери понесла 36-я дивизия ольстерская, которая была из ольстерских добровольцев. И тогда участник боев капитан Спендер написал это знаменитые слова, что я родом не из Ольстера, но после того, что я видел сегодня в бою, я понимаю, что быть ольстерцем – это величайшая честь. Потому что тогда они действительно показали особую храбрость, но погибло их огромное количество. И происходило это в начале июля, то вот сражение, там была целая серия битв, но вот то, о чем я говорю. И 12 июля это была очень плохая погода, и парадов не было, и получилось, что почти каждая семья в Белфасте так или иначе понесла какие-то потери после той битвы. И люди просто стояли на улице под дождем и ничего не делали. Просто стояли вот весь день, праздник для них в тот день не был праздником, потому что, ну, вы сами понимаете. И да, с той пары прошло много времени, происходили всякие события, но никто не может отобрать у оранжистов, никто не может отобрать у североирландцев, ольстерцев, как угодно их называть, этот день.
они сами должны решать, где им идти, я считаю. Католики, в конце концов, когда их не трогают, а их не трогают, уж пусть потерпят, и ничего страшного. И все, я думаю, мы с вами можем сегодня поддержать наших ольстерских друзей, тем более вы сами видите, ольстерцы, у них тесные связи с Америкой, тесные связи с Израилем, пусть они и менее афишируемые. И пример Ольстера, я вот весь год его вам привожу и приведу еще раз, людей, которые ничего не хотят от других, просто чтобы их оставили в покое, но готовы сражаться за свою культуру, за свое наследие, друг за друга, наконец, и за своих друзей. Вот это тот пример, который всем нам, вне зависимости от того, в какой стране мы с вами живем, то, что мы должны у ольстерцев брать. Это стало важной частью американского характера, я считаю. Это сегодня размывается, увы, очень серьезно. Так что давайте, хотя бы вот отметив 12 июля, почтим, выразим наше уважение людям, представляющим действительно уникальную часть Европы, мира, да всего чего угодно. И, как я всегда заканчиваю все свои эти североирландские сюжеты, тем самым кличем жителей Дерри «No surrender». Это нам всем сегодня важно, это нам всем необходимо. Сдаваться мы не будем ни в коем случае. Ольстерцы не сдавались, и нам того же желают. Замечательно. Через неделю, я помню, вам обещал это через месяц, прошу прощения, обещал это в июле, но вот такая дата, я это перемещу. Через месяц поговорим мы с вами, наверное, о полиции Ольстера. Тем более проблема преступности и полиции, вы видите, она тоже очень актуальна. И тоже нам есть чему, что у Ольстера перенять и какие ошибки правительства Лондона не повторять. Но это через месяц. Через неделю, тоже уж раз остается буквально минута, будет рассказ про Дональда Рамсфилда, которого, увы, не стало. Ну и те новости, которые наверняка за неделю нас так или иначе, надеюсь, хорошие, хотя кто знает, нас будут ждать. Ну а на сегодня я, наверное, умолкаю. Если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам слово. Нет, спасибо большое, Иван, и до встречи на следующей неделе. Спасибо вам, до встречи.